сами видели, матч был тяжелый. Упорно старались пробить вратаря. Слава богу, это нам удалось. Самое главное, все бились до конца, успели, смогли в конце выстоять. Поэтому все пацаны молодцы, мужики, красавцы. Как за день, по сути, удалось перестроиться? В прошлом матче 4 пропустили, сегодня 0. Что поменяли? Или особо ничего не меняли? Ну, мы как бы все прекрасно там понимаем, пацаны, что каждый матч может быть последним, поэтому чисто по-мужицки собрались, пообщались и подготовились к этой игре. Григорий, вот Логинов удалился в конце третьего периода, вы сразу к судье подъехали разговаривать. Вы считаете, что игроки трактора излишне симулируют по ходу этой серии? Ну, я не знаю, у нас это хоккей в какой-то футбол, мне кажется, превращается, поэтому нужно за такими моментами, я считаю, следить. Но это уже то, что судьи, он увидел, дал, не увидел, не дал. Вот. То есть, ну это больше не вина судей, а игроков трактора, которые вот этот футбол устраивают, да? Это на совести каждого. Гриш, кажется, что Салават выглядит свежее трактора, за счет чего удается вот так в физическом плане хорошо выглядеть? За счет подготовки, за счет эмоций, за счет желания. Потеряли Илью Зубова, Станислава Гореева. Как обстановка в команде? Как да нормальная обстановка. Пацаны как бы лечатся, тоже нас поддерживают. Там смс-ки шлют, общаемся. Все нормально, все отлично. За них тоже отрабатываем. Демченко за два матча, две шайбы забили. Вы не ожидали, что он выйдет по ходу серии? Французы больше готовились? Да нет такого, что под какого-то вратаря готовишься. Ты выходишь и играешь. Мы же играем на победу, самое главное. А кто там в воротах стоит, это уже не имеет значения.